В нашей области продолжает свою работу единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Как мы уже сообщали, служба перешла на круглосуточный режим работы. Департамент здравоохранения организовал 30 рабочих мест. В помощь операторам службы внедрен робот, голосовой помощник, который отрабатывает уже более 30% звонков. Специальная программа с использованием искусственного интеллекта обучена отвечать на звонки жителей региона, касающихся вызова скорой или врача на дом, записи на вакцинацию или ПЦР-тестирование, получения сертификата с QR-кодом о вакцинации. По телефону 122 начали давать рекомендации по дистанционному открытию и закрытию больничного листа. Напомним, что в Муроме также работают службы, призванные предоставить пациентам консультацию по телефону и оказать дистанционную поддержку. К примеру, на базе поликлиники номер 1 3-й городской больницы уже почти 2 года действует специализированный колл-центр. Профессиональная команда, состоящая более чем из 10 специалистов, готова принимать до 1000 звонков в день по вопросам, касающимся заболеванием ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и ее нового штамма омикрона. Это многоканальный телефон. Работаем мы с 7 утра до 10 вечера. Функционируют у нас 3 номера телефона. Это 29032, 21301, 335-96. И также у нас еще есть 2 сотовых телефона, о которых вы можете узнать на сайте нашей больницы. Вот основные вопросы – это вызов врача на дом, узнание ПЦР-теста. И вопросы по лечению ковиду, по карантину, по срокам лечения. Сегодня дистанционная форма оказания помощи населению является одной из самых эффективных, ведь она предоставляет бесконтактную, а значит безопасную возможность получения консультации. Позвонить в колл-центр МГБ номер 3 можно также по номерам сотовых телефонов 8 920 624 71 98 и 8 920 921 9035.